Всем привет! Как я и обещал, для вас разбор песни Uno группы Little Big. Для всех баянистов, аккордеонистов, также гитаристов, пианистов и всех остальных музыкантов. Для вас подробный разбор, как это звучит, какие ноты, какие нюансы. В общем, приятного просмотра. Сделаю для вас разбор этой песни медленно, специально, чтобы вы по кусочкам смотрели видео, ставили на паузу и пробовали играть сами. Это начало. Это начало песни, оно состоит из трех аккордов. Ре мажор, ми мажор, ля минор. Дальше. Басовый ход. Ноты ре, ми, соль, диез, ре, си, ля. Этот ход на протяжении всей песни звучит, поэтому его следует выучить. Да, и для баянистов, аккордеонистов подсказка: нота соль диез играется на вспомогательном ряду. Это для удобства. Дальше. Дальше идет первый куплет. Сыграю вам медленно его. Все довольно просто. Ноты ля-ля-ля-ля, ми-ми, соль, фа, ми, ре, ми. Это повторяется три раза, после чего идут ноты ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-до-до, ля-ля. Аккомпанемент простой в левой руке. Там три аккорда. Ля-минор, ре-минор, ми-мажор. В общем, все просто. Дальше. Тут тоже все просто. Ноты. Ля-ля-ля-ля, ми-фа-ми. Ля-ля-ля-ля, ми-фа-ми. Ми-фа-ми, соль, фа-ми, ре-ми. Это все повторяется, после чего ответ в нижней октаве ноты ми. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-до-до, ля-ля. Ну, это мы уже слышали раньше. После чего идет припев. Припев, ноты до, ля, до, 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 ре, си, 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 до, ля. И все это повторяется в такой же последовательности. Только в конце до, 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 ре, си, 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 до, ля, 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 соль, диез. И аккомпанемент в левой руке. Он, в принципе, простой, но в конце есть нюанс. То есть аккорды ля минор, ми мажор, ля минор, ми мажор, ля минор, ми мажор, фа мажор и ми мажор.
Фа-мажор можно взять пятым, четвертым пальцем. Это тоже для удобства. Так, и потом идет проигрыш. Ноты. Ля, 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 ре, ми, соль, диез, ре, си. И октава ниже то же самое. Аккомпанемент простой. Ля минор, ми мажор. Чтобы этот проигрыш слушался ярче, как в песне, добавляем туда секунду, то есть цепляем к этим всем нотам соседнюю ноту стоящую, то есть мы играем эти ноты, которые я вам сказал, и с соседней нотой рядом стоящей. Если видео стало для вас полезным, если оно понравилось вам, ставьте лайки, пишите комментарии, пожелания, что думаете, чтобы вы хотели еще, чтобы я для вас разобрал. Ну и всем удачи, пока!